Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем ежедневные награды. Открываем бесплатно колоду. Нам выпадает здесь зэк. Понятно. Так, ребята, я, по-моему, простыл окончательно, потому что у меня очень сильно болят бронхи. Плюс у меня еще горло болит. Я боюсь, как бы это не перешло все в ангину. В общем, не знаю, по идее, надо на больничный садиться, но... Работать тоже надо, понимаешь? Так, пройдите серию испытаний. Если я не буду работать, мне, как говорится, зарплату фиг, кто будет платить. Так что, ребята, тут придется жертвовать собой. Надеюсь, таблетки хоть какие-то мне помогут. Хотя я, на самом деле, не очень люблю их принимать. Но такая вот ситуация у нас получается. Я просто боюсь, если это перейдет все в ангину, то это будет намного хуже. Сам понимаешь, я потеряю голос. У меня будет болеть горло. Записывать я видосики для вас не смогу. И затянется это на неделю, может даже на другую. Ну, будем надеяться, что все обойдется. Так, ребят, я пришел с работы уставший. Так что, если буду сейчас где-то подтупливать, не обращайте на это внимания. Так сказать, видосик перед сном. Еще после черепашек я собираюсь снять Дракон всадники Олуха. Вот. Если успею, потому что времени уже 11 часов. На самом деле, мне уже давно надо быть в кроватке и спать. И видеть 10-й сон, потому что, сами знаете, в 4 утра вставать. Так, ну что, давай, наверное, сделаем таким вот образом. Так, пробили, и остается Рокстеди. Есть. Все. В серию испытаний мы прошли. Точнее, смятение из другого измерения. Да, заберем здесь награду и пойдем дальше искать ДНК, даже не ДНК. Так, может быть, сегодня зэка, конечно, получится прокачать. Пойдем искать элементы на Микеланджело. А для этого нам нужно... Так, а что вот здесь вот? А, слушай, кстати, нам не хватает 2 уровня всего лишь, чтобы до 6 ступени. Но пока начнем вот с этого. Опа. До 2 ступени прокачиваем с чистого листа. Начинается, а? Так, ребята, игра вылетела у меня. На чем мы там остановились? Мы искали на Микеланджело, да? Вроде бы. Ага. Так, прокачиваем. И дальше у нас здесь 4 наушника нужно найти. Ну что ж, давай попробуем. Одни нашлись. Тут же вторые. Тихо-тихо, не надо это. Так, 2 наушников есть. Надо еще 2. Последний. Так, а нам выпадает зеленая колба. Ребят, не обращайте внимания, мне на самом деле очень больно говорить. Поэтому буду поменьше слов, как говорится, выплескивать. Так, и здесь нам еще нужно 6 книжек вот этих вот найти. Давай попробуем. Одна есть. Так, вторая. Так, сырный телефон нам не нужен. Так, это... мутаген. Так, это получается у нас 3-я, да? 4-я. Подожди-ка секундочку, сколько нам нужно? Еще 2. Но это мы будем прокачивать с тобой до 6-й ступени. Но для этого нам нужен будет 70-й уровень. А 70-й уровень у меня только через 2 левела. Так что пока остановимся на этом. Ну что, друзья, давайте зайдем сразу же, наверное, в испытание. О, усиление технодрома у нас. Ну-ка, дай-ка я гляну. Да, вот у нас Бибоп, вот у нас Рокстеди разыгрывается. Ну что, побежим или не будем бежать? Или лучше сразу пойдем сюда вот фармить? Ладно, давай, наверное, здесь все-таки пофармим. А ты пиши, будем ли мы с тобой проходить события, или же будем чисто сегодня, ну, вообще не сегодня, а вот эту неделю чисто фармом заниматься. Блин, 20 жетонов. Опа, рок, кстати, выпал. Так, мне теперь нужен Бибоп. Так, маяк. Сейчас комикс, наверное, ну да. И вот остается у нас есть. Вытащили. Ну что, давай попробуем теперь здесь. Есть, сразу же Бибоп выпадает.
сразу же нам выпадает бибоп, и мне хочется еще получить рокстеди. Но, видимо, не получится, да? Видишь, Донателло. И пошли у нас просто жетоны. Так, последняя попытка. Есть. Ребята, шикарно. Шикарно у нас идет именно поиск наших персонажей. Давай-ка посмотрим, сколько мы уже с тобой насобирали, чтобы приблизительно знать. Так, вот, Рокс, иди. 95, ребята, еще 5. Да что ты будешь делать? Ты сегодня вообще, ребята, что-то соединение вылетает и вылетает. Вот, я о чем остановился, ребята. 95 ДНК из 100, то есть 5 ДНК на Рокс, иди, нужно. Здесь немножечко побольше. Здесь нужно 9 ДНК на бибопчика, чтобы мы их прокачали двоих до соточки. Ой, до соточки. До 5-й золотой звезды, ребят, конечно же. Так, ну что, а у нас еще, естественно, турнирная арена. Так, я в Лиге Мастеров 2 звездочки, ранг у меня 23-й, что говорит о том, что мы сейчас можем с тобой быстренько перейти. Так, давай-ка я возьму, наверное, здесь Кожеголового. Быстренько сможем перейти на... звездочки 3, да? Лига Мастеров 3 звезды. А там, кстати, можно и топчик взять. Опять же, ребята, проблема в откатах. У меня их маловато. Ну, так, чё ты делаешь, Мундагека? Ну, зачем ты это делаешь? Ну, зачем ты поиграл, извини меня, на своей доске скейтбордовской, как на гитаре? Каким макаром он еще ускоряет, да, свою команду? Ну-ка, смотрим, какая позиция у нас. 14-я, окей. 14-е, так 14-е. Давай возьмем Макмана, Рафаэля, Донни, Бакстера и, например, Майки. Все равно с ними, с моими персонажами врагу не справится. Сотого уровня. Пускай даже не мечтает, тем более, если я оставлю уклонение. Фиг попадут они теперь по мне. А если даже и попадут, то будут наносить очень мало урона. Мне бы главное сейчас Донателло убрать. Почему им в его? Потому что, ребята, он хилер. Я не хочу, чтобы он захилял свою команду. Ну-ка, сюрикены. Так, с минус двоечка. И остается вот так сделать волной смертельной, чтобы добить всех остальных. Крут, крут. Ну что, давай смотреть. Перейдем? Нет, еще пока не перешли. Но четвертая позиция уже радует. А 17-24. Вот. Вот-вот-вот, только хотел сказать. Неужели не дадут? Все, дали, ребята. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой, возьмем Супер Шредера, а с ним пойдет Зек. И вот так вот. Ну, я рассчитываю на то, что Зек бросит бомбочку, Супер Шредер сделает шипы, и, в принципе, этого будет достаточно, чтобы их всех ушатать. Давай посмотрим. Бомбочка, ну, конечно, не так, не так я думал, урон будет. Думал, возьмет побольше ветки. Твою же растудытушку. Хотя он красавчик. И, ребята, Рафаэль этот завалил тут противничка одного, на котором не было, кстати, постепенного урона. Красавчик. Ну и вот, наконец-то, Лига Мастеров 3 звезды. 93-я позиция. Ну что, ребята, давайте попробуем сейчас все усилия приложить для того, чтобы нам попасть на первое место. В данный момент у меня 15 откатов. Это получается 7 поединков, если поделить на 2. Потому что именно двое персонажей нам придется из отката забирать. А это будет у нас либо Армагон, либо еще кто-нибудь. Так, один у них упал сразу же. Блин, маузеры в кого бомбят? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Ну как же так-то, а? Почему именно в Донателло? Потому что у них было, наверное, классовое преимущество, ребят. Поэтому они в Донателло начали бомбить. Ну, посмотрим, сколько мы. Ну, 85-й. Немножко, конечно, меньше взяли кубков. Но не совсем уж плохо. Я думал, будет хуже. Так, ну что, я беру Армагона. Я беру, блин, Армагона. И что, и Леонардо, что ли, брать получается? А с кем я тогда потом останусь драться? Если я сейчас всех потрачу, своих топовых бойцов. Откаты у меня тоже не резиновые, они же заканчиваются. Блин, Майки, ты достал. 79 уровень, инициативу переплевывает. Вообще, ребята, на изи. Причем Армагона врубает.
по скорости. И Леонардо. Как тебе такой расклад? Ну вот, учти, что зато сам по себе Майки ничего больше не может. Он такой бафать или еще что-нибудь в этом роде. А по атаке именно, если брать как дамагер, вообще ни о чем. Просто ни о чем. Так, раз, два. Ну давай попробуем вот так вот сделать. Ну что же, Армагон, надеюсь, ты все-таки сможешь пробить очень хорошо по этим противникам. Главное, чтобы морозильную кошку ушатал. А там уже, я думаю, мы добьем. Опа. Так, если я возьму провокатор, блин, тот будет хилять. А если я не возьму, он будет бомбить. Придется брать. Да-да-да-да-да. Это будет хилять. Гадюка. Тут, ребята, неужели сейчас завалят? Пипец, ребят. Я в шоке. Я просто в шоке, что происходит у нас вообще здесь в последнее время. Меня уничтожают. Моих танкеров просто в хлам. Тогда в прошлой серии Тимати разбомбили. Сейчас Рокзара уничтожили. Все-таки Рокзар меня немножко раздражает уже. Или его нужно прокачивать до сотки, чтобы он, ну, не такой ватный был. Ребят, ну что это такое? Один удар и все, и он валяется. Да, не катит такая фигня. Ладно. Поехали. Сейчас, я думаю, Армагон вместе с Крэнгом дадут прикурить и нашим противникам. Да? Как думаешь, дадут? Я думаю, дадут. Поехали. Пауз. Только одного вырубили. Ну, Крэнг уже тут будет стоять на добивке. Круто, круто. Ну что, а мы двигаемся дальше и занимаем какую позицию? 55-ю? 54-ю. 11 откатов. Слушай, ну нормально идем, ребят. Стабильно идем. Нормально. Так-с. Усаги плюс Армагон и вот, вот эта вот троечка игроков. Та же самая схема. Армагон плюс Усаги. Хотя будет Усаги вначале ходить, конечно же. Вначале будет ходить Усаги. Сейчас посмотрим, сколько он нанесет урона, ущерба этим организмом. И прикинь, на всех повесил постепенный урон. Как в прошлой серии Шреддер, да. Шреддер у нас точно так же развешивал. И опять же повторю, это бывает, ребята, очень-очень редко, чтобы на всех персонажей повесили постепенный урон. Ну, 44-е. Блин, как ни крути, приходится все равно, ребята, отыгрывать 4 поединка, да? Ну, вот если сейчас в данный момент взять, то нам должно хватить. 8 откатов подели на 2, вот тебе 4 поединка. Но это при условии, что нам будут давать где-то 10-12 кубков за поединок. Если буду давать меньше, у нас не получится. И причем не получится совсем-совсем чуточку взять. Там буквально 2 поединка, может быть даже 1. Но будем надеяться на лучшее, так что давай 34-ю. О, 32-я, видишь, берется с небольшим запасиком. Что очень-очень меня радует. Так, берем Армагона, берем Крэнга. Берем Армагона, Крэнга и вот этих вот. Донателло, Крис. И, ну, Кирби, конечно, тут вообще ватник. Почему я назвал его Крис, когда это Кейси? Скажи-ка мне на милость. Конечно же, Кейси Джонс. Крис. Я просто про Криса Брэдфорда что-то подумал. И, видимо, что подумал, то и ляпнул, как говорится. Ну, давай 20-ю давай. 21-е. Ну что же я могу сказать? Мы приближаемся к победе семимильными шагами. Вот я опять, ребята, тупанул. Я взял одного Армагона, а остальные-то как у меня? Они же...
Ёк-макарёк, сейчас начнется. Ну, замедляху сработает? Одного уронили. Ну, хотя бы так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, друзья, я просто в шоке от сегодняшней игры. Это третий боец у нас уже фейлится. Третий. Раньше как бы много было, когда у тебя один боец падает, а теперь у меня вообще три. Потому что я жадничаю. На откатах экономлю. 13-я позиция. Ну что же. Либо все, либо ничего. Тут уже ничего, ребят, не поделаешь. Так, 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 поехали. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, Армагон, понятное дело, будет ходить первым, да? Или Майки? Нет, Армагон все-таки. Армагон делает удар валуном. И, ну, Крэнгу тогда тут проще будет добить уже. Круто. А теперь покажите-ка мне, пожалуйста, статистику. С 13-й позиции мы переходим на вторую. На вторую. Ну, давай уж брать первое, чё уж там. Как бы у меня второе место тоже, в принципе, неплохо, но хочу быть в топе. Поехали. Давай начнем с валуна. Что-то горло запершило, твою же налево, блин. Точно что-то. Кангини идет все. Блин, дышать тяжело. Фу, как будто комок какой-то в легких. Я не могу никак этот отхаркнуться, ребят. Ну что, первое место забрали. Да? Да. Вот так вот. Ну и пока я ничего не могу сделать. Мутаген у нас сколько? Давай посмотрим. 27 тысяч. Чтобы прокачать Зека, этого мало ведь будет, да? Этого будет мало. Но для того, чтобы прокачать Майки, этого будет достаточно. Так, ну что, он у нас будет. Еще один уровень поднимем, и у него будет 70 левел. Отлично. Так, друзья. Ну, наверное, и все. Хотя есть пицца. Давай немножко, наверное, поищем. Немножечко поищем. Так, Майки, ты где у меня? Мы ему подняли уровень. Он, наверное, куда-то сместился, да? Куда-то сместился. Да где же ты, а? Вот он. Так, для того, чтобы здесь прокачать, нам нужно 8 ящиков с инструментами. Поэтому давай их искать. Первый пошел. И все. Первый пошел и пришел, да? Так, второй, да? Третий. И все, ребята, пицца кончилась. Ну что, ребята, вот как-то так. Сегодня вышла коротенькая серия, но зато мы в топчике. В следующей серии пиши, будем ли мы проходить усиление Технодрома или все-таки пройти союзники. Пиши, и уже будем потом смотреть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.